Ребята. Ну что, записываем? Угу. Сейчас я вам. Угу. Здесь он будет жить, да? Здесь он будет жить. Мы сейчас покажем, где он будет жить. Там малая гостиница. Так. Это у меня на этот год. Давайте на чем-то обокремся. Вот здесь вот запишите, что за доставку бульдозера. За доставку бульдозера из Барнаула или как там. Получил расчет от Лапкина ИТ. ₽21 000 прописью тоже. Повышил. От кого? От Лапкина. Лапкин. Лапа. Лапкин. Игнатий Тихонович. И ты. Игнатий Тихонович. ₽21 000 Так, мы договорились. Угу. Все, распишитесь. Так. Напишу, отдам. Сегодня у нас 03.08.2016. И время. У вас есть его? Посмотрите. 13.25. Теперь мы договорились, кто наблюдать будет, чтобы он знал. И когда заправка, что это у нас не входит, а только работа. Он отсюда тронулся, поехал, в это время включаем уже. Потому что это работа его. А вот вылез он с трактора. Вылез он по своим нуждам с трактора, это уже не работа, да? Нет, он не работает. Только трактор остановился. Да, если заправка, что такое, только трактор работает. Как выехал, и все работает. Понятно. И пока обратно не поставит. Ну там вышел, допустим, на минуту, это не считается, но... Бывает что-то другое там стоит. Так. Я буду отсчитывать. Руку подставьте. Ну, по порядочку вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Угу. Все, вы свидетели? Ему он в прошлом году работал, мы вот так все заснимаем, у нас никогда никаких споров нет. Бывает что-то маленько, он утром скажет, а вот там-то так-то было. Один раз было так, что я сейчас не поставил, сразу поставили, все. А другой раз у него было, и мы сразу сравнялись. И поехал он, да и звонил еще сколько раз, да. Алексей, фамилия его. Он ставит трактор здесь будет? Вот здесь он поставит, вот, перед окном. Ага. Вот, это тут, видите, в оборот. А можно зайти посмотреть? Вот, пойдем. Давай, дождемся его. Нет, давайте дождемся его. Пойдем. Его, вот, подъезжаем. А вы у нас где-то еще только знаете, у нас будет там деревня. Хорошо. Пока зайдем вместе, это хорошо посмотрим. Потом можно пойти в храм. Мы храм какой построили? Да не, мы одеты плохо. Ну уж потом, когда переоденем. Выходи. И мы сюда будем приносить. Завтра к обеду будем, не горячим летом. Так он же не будет на обед ездить с поля сюда? Нет, он будет здесь. Его надо сдать машину, пришли, отвезу. Мы сказали, что и просто не наволочки. Mm-hmm. Остальное все наше. Mm-hmm. Стирать мы не можем. Так, раз в неделю баня, договорились со старостой. Ну, а все остальное здесь, когда надо, он что-то свое. Чай подогреет, вода. Mm-hmm. Это маленькая такая гостиница. А душа нету там? Просто, а? Душа нету там? Каждый день ополаскивался? А я не знаю. Ну, может быть и есть.
Это староста он. У него фактически все там. И, не знаю, просто день там, на жаре он весь потеет, как бы ополаскиваться надо каждый день. Ну, можете сходить даже у него. Староста, видишь, он начал с нуля. А у него сейчас, кажется, 36 крупного рогатого скота, там 200 гектар пашни. Ну, Алексей этот поехал, дежурных тут нету, что у вас лишнее там прикройте или туда занести под замок, чтобы мало ли еще. У нас в прошлом году воров поймали здесь, сливали горючее. Ну, один раз 300 литров украли, а на следующий поймали, дежурили. И мамонтов приезжали, неизвестно, что у нас Скадникова. До этого было весной аккумулятор, все снимали. Ну, люди не работают, они думают, так хорошо делают. А мы все засняли, в интернет выставили. И о нем говорят, а как он теперь? Да как, говорят? Говорят, разбился под Новосибирском. У Бога все вымерено. У нас отец инвалид войны был, 10 ребятишек. Он такой был чуть-чуть. Хочешь пить, пей, курить. Но не воруй, в карты не играй. Узнаешь, башку отшибу. Мы знали, что это не угроза. Это реальность. И мы боялись этого. Сейчас мы его заведем, посмотрим. Не воруй, не матерись, не пей. Во сколько что он? Еще? Я плохо слышу. Посмотрите. Как там? Не воруй. Не укради. И в карты не играй. Не укради. Пять заповедей. Нет, 10 заповедей. 10. Не кради. Не прелюбодействуй. Да. Не лжесвидетельствуй. Судьями ставить надо только верующих. Пусть мусульманин будет, православный, разницы нет, что будет суд Божий. Потом мы это соберем, на место поставим. Больше не дергалось. Мы хотим вам показать ваше место, где будет. Сейчас я вещи занесу сразу. Я сегодня не приеду. Ну, зайдите на минуточку и гляньте сейчас, хотя бы. Возьму. Вот он приезжает, он как будто бы наше родное делается на другой день. Его не отличаем. И вот Бог так дает таких людей. Ну никогда, ни споров, ничего нету. Адя этот приезжал, вот Валерий, и говорит, сужусь, говорит, уже который там, такие суммы. А мы каждый день расчет. Но ему, он сказал, не давать, только когда он приедет. В прошлом году и сказал, я через него отдавать. Так, чтобы тут обиды у него не было, что не даем. Нет, либо я буду приезжать, либо... Ну договор был такой. Мне-то разницы нет. Угу. Все запишет. А здесь фермера да, живут? Я да. Говорю, фермера живут. Вон. А храм где Божий? А храм где? А вот за этим домом. А вон, да, на крыше видно крест. Вон. А вижу. Вот там храм, да. Можешь себе подъехать. Вот все с нуля, а здесь 25 лет ничего не было. 20 лет, 20. Ага, понятно. А теперь 25-летие.
заходите. Во дворе там туалет. Договоримся. В субботу бани. Вот налево первая кровать. Это ваша. Сами тут можете разуваться. Никого тут за это время не предвидится. Только что отправили. 5 человек жили тут. Ребятишки, воспитатели. Все. Все? 14 времени. Полвторого. Ну все, еще пока загрузим. Нет, понятно, понятно. Снимайте все, что хотите. У нас никогда запретов не бывает. Сережа, работы не будет. У вас там двое Владимиров-то? Где? У Валерия-то. Он говорит, два у меня бульдозериста, один старый, говорит, таз своего дела. Я говорю, так дай мне его. А вот болеет помогло. А то у нас тут первый объект сложноватый, нужно, чтобы вымерить тут, говорит, не дремать. Там очень точно, он уже в прошлом году мы делали, и разный уровень получился. По пруда так, и посередке стек был. Теперь мы его забиваем, а дальше сделали, чтобы можно поднять было. И отсюда сразу выходим. Я говорю, ну и как? Глаза боятся, говорят, руки делают. Ну, я говорю, покажем на месте. Как Господь благословит. Ты там будешь. Меня не надо снимать, а то я в розыске. Обед будет здесь. Он закутывает его там в разное полотенце, чтобы пришли. Когда, какое время? Назовите три времени. Утро, вечер, в обед, вечер. Какие часы? Сестра будет приходить кормить. Давайте. Ты там посмотри, где работа еще. Тебя будут на машине возить. На машине возить? Да, обедать. Я сразу запишу. Там трактор в поле бросаешь, тебя на машине привезли, покушал и обратно. А где вообще работа? Вот здесь, прям за огородом. У нас они все недалеко. В конце деревни, одного, другого. Это недалеко. Вот вокруг. Вот этого. Да-да. Прямо вокруг. Так. Видите, мы как делаем? Вот я рассчитался за подвоз, он расписался, все. У нас никогда нету вопросов таких. Как договорились, мы строжайше выполняем. Так, утро. Завтрак. Ну, я по 8. Так, 7.30. 7.30 вы садитесь за стол, да? Да. 7.30. Завтрак. Видите, мы там ставим раньше в 4.40, поэтому мне надо приспособиться. 4 завтрак за стол. Именно за стол садитесь в это время. Ну да, чтобы так, 8 уже выезжать. Хорошо. Пожалуйста, обед. Мачо, наверное. 14 нам. Два, что ли? Поздно. В час, наверное. Не, давай 12. Да ну, в час, наверное. Смотри, 12, потом в 5. В 5 рано. В 5 рано. Куда? У нас 7 ужин. Вот, сейчас он всех. Сказал, говорит, будет ужин работать, как... говорит, от зари до зари. Нет, говорит. Сейчас и всем. Ужинать бы уже после всех работ, мне кажется. Нет, в час и всем, наверное, пойдет. А потом с 7 опять поедешь работать? Или уже, или что? В 9 можешь сделать, до 8 работать. Да, до 8 работать, наверное, в 9. Давай в 2 тогда делаем. Значит, 2, обед 9. Во сколько? В 2. В 2, да? Да. Даже можно в 3. Наверное. Ну, давай. В 2. У нас 2 и сошлось. В 2 и... 14. И ужин уже в 9. Обед. Вот это за стол садитесь в это время. Так, и ужин во сколько? 9. 21.00. 9. В 9 не поздно это? Ну после всех. Нет, работ, после до 8 работы. Я до 8 работаю. Ну, как скажете, я поэтому заранее вопрос задал. Значит, в 9 это получается в 21. Да. В 21.00 за стол. Ага. Потому что если да, раньше, позже, остынет. Они вот да, и... Но тут... 5-10 минут по поводу не сделают. Вам обижены вы не будете. Да. Мне надо пригнать трактор, пока умыться туда-сюда. Так, вопрос один. Мы православные, у нас в среду пятницу пост. Вам молочное готовить? Какое? Мы в среду пятницу молочное мясное не едим. Вам готовить молочное мясное в эти дни? Конечно. Все. Должен спросить. Я же не постую. Но я и спросил. А это не закрывается? Закрывается. Потом закроется. Так, я приеду утром. Так вы сказали, мы так все постараемся выполнить. Я приеду только утром. 7 утра. Сегодня мы еще один трактор повезем. Сейчас еще... мне сказали уже, Алексей сказал. Сейчас загрузить еще один трактор. А в 7 утра он приедет. Не успею сегодня ничего. В 7 утра он будет здесь. Хорошо. Завтра, когда поехал работать. Да. С собой у вас вода есть, когда поедете? Чтобы знали, воды там питьевой бывает это.
Ну, нет у меня с собой, но я... Ну, тут был, у него канистра была. У меня канистра здесь есть, я умываюсь. Все. Вот эту пятерку. А то мы можем все время готовить. Найдем. Где загружаемся? Где грузить? Я готов. Александр. Олег. Все. Скажите, я та, которая приезжала от Бальдозериста. Хорошо. Так, значит, до свидания. До свидания. До свидания. На визитку сели как раз там. Левой ногой. Нет. Что там не так? На визитку. Визитка выпала с кармана. Сел прям на нее. Ну все. Так, а ты куда уехал? Сидушка, куда уехал? Я не могу так ездить. Хорош, я в федеральном. Ну все, давай сюда. Давай, выключай.